Милейшее событие произошло на игре баскетбольного клуба «Нижний Новгород». Во время тайм-аута в матче с «Униксом» маскот клуба, то есть талисман по имени Трёльник, так на сленге называют трехочковый, прямо на площадке сделал предложение своей девушке. Она, кстати, черлидерша и выступает в группе поддержки БКНН. Событие стало неожиданностью для всех, в том числе и комментаторов. Но главное, девушка ответила «да». Вот как это было. Ой-ой-ой-ой-ой, вы посмотрите! Невероятно! Маскот Нижнего Новгорода выпрыгивает буквально из своего костюма и делает предложение своей девушке. Как это великолепно, друзья! Ну просто, просто такая милота! Шикарно! Шикарно и очень неожиданно! Пожалуй, для всех на этой арене. Кто бы мог подумать?